Более 70% россиян боятся заразиться коронавирусом. Это показал опрос, который проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Из них 15% заявили, что очень боятся, а 59% опасаются в какой-то мере. А тем временем кировчане, судя по всему, панике не поддаются. Это показал рейд по соблюдению масочного режима, который прошел сегодня в городе. Сразу спойлер, половина кировских магазинов не прошли проверку. Из 4 торговых точек, которые находятся на улице Сурикова, санитарные требования не соблюдены в 2. В основном там отсутствуют санитайзеры, а продавцы работают без масок. Всю информацию направили в полицию и Роспотребнадзор для принятия административных мер. Владельцам магазинов грозят штрафы. Ежедневно проходим практически все торговые точки, которые находятся на красных линиях. Это торговые центры, это магазины, аптеки, какие-то парикмахерские, там, салоны красоты. И смотрим, соблюдается ли там масочно-перчаточный режим, находятся ли в наличии санитайзеры.